Добрый день! Вы на канале «О простой и полезной пище» Натальи Горбачевой. Сегодня я буду готовить очень простой, вкусный, витаминный салат из свекольных листьев, то есть свекольной ботвы, другой зелени и вареных яиц. Наверное, не все знают, что свекольная ботва съедобна. Я тоже об этом знала не всегда, но когда узнала, стала постоянно использовать свекольную ботву в готовке. Свекольные листья содержат не меньше полезных веществ и витаминов, чем сами корнеплоды. Их можно использовать в различных блюдах в качестве одного из ингредиентов, либо в виде зеленой приправы, или для того, чтобы украсить ими какое-либо блюдо. Поэтому листья свеклы не стоит выбрасывать. Например, можно использовать вот такие еще молодые растения, которые приходится удалять во время прореживания грядок, или также молодые листики, которые были срезаны с корнеплода и которые еще не стали жесткими. Кроме свекольной ботвы, укропа и зеленого лука, в салате также можно использовать и другую зелень. Петрушку, сельдерей, шпинат, салаты. Строгих пропорций в этом салате нет. Можно взять пучок свекольной ботвы, пучок зелени, несколько перьев зеленого лука по вкусу, чуть больше, чуть меньше, и 1-2 вареных яйца. Перед приготовлением зелень я, конечно, хорошо промою. Любую траву, зелень я всегда промываю в чашке с холодной водой, несколько раз меняя воду. И обычно я смотрю, чтобы на дне не оставалось песка. Если в чашке с водой уже не остается песка, значит зелень промыта. И после этого зелень, которую я использую в салатах, то есть ту зелень, которая не подвергается тепловой обработке, я обычно вымачиваю недолго в содовом растворе. Чистую, уже промытую зелень я заливаю холодной водой в чашке и добавляю примерно чайную ложечку соды. Соду перемешиваю. Можно сделать и наоборот, то есть сначала растворить в воде соду, а затем погрузить в этот раствор листья. Так свекольная ботва у меня постоит в чашке с содовым раствором минут 10-15, затем я ее еще раз промою холодной водой. То же самое я проделаю с другой зеленью. Промытую после соды зелень я перекладываю в дуршлаг, чтобы стекла вода. Затем помещаю на полотенце для просушки. Зеленый лук я готовлю отдельно. Об этом я подробно рассказывала в другом видео, на которое дам ссылку в описании. Поэтому сегодня я на этом останавливаться не буду. Скажу лишь, что я лук чищу, промываю и также обсушиваю на полотенце. И пока сохнет зелень, я сварю яйца. Подсохшую зелень я мелко разрежу. Стебельки можно попробовать, если они еще сочные, мягкие, не волокнистые, их тоже можно использовать в салате. Измельченную зелень я буду складывать в салатник. Также я измельчу зеленый лук и укроп. Всю зелень соединю в чашке. Вареные яйца можно потереть на крупной терке или покрошить ножом. Яйца я соединю с зеленью. Салат посолю. Добавлю столовую ложечку оливкового масла. Можно и подсолнечного, нерафинированного. И перемешаю. Вкусный летний витаминный салатик готов. Приятного вам аппетита, простых и полезных рецептов. Если это видео вам понравилось, поделитесь им с друзьями. Приходите на мой канал, подписывайтесь, а тексты рецептов читайте на сайте edimkasha.ru. Ссылка на него есть в описании.